чаще всего фиксируются термоточки. Мониторинг лесопожарной обстановки проводится ежедневно. На территории Тульской области... Блять, все, подожди. Сука. Блять, хуйню вообще сказал полную. Блять. Да что со мной такое? Докладываем Центру управления кризисными ситуациями. Они принимают расчет, выкладывают отчет, отправляют. А я покажу тебе, какая я особенная. Вот другие девочки не глотают, а я глотаю, да? Вот этим невкусно, они, видишь, какие примитивные в сексе. А я и в попу даю, и глотаю, и паучок, и казачок, и пальчик в попу поставлю. То есть я, ну, сделаю и массаж. Ну, кто тебе так сделает? Еще и пирожки испеку, и квартирку намою. И видишь, я еще какая красивая. Только дай знать, где ты находишься. Дай знать, и все. Одноклеточные инфузории тетрахимены устремляются к поверхности водоема за глотком кислорода, необходимого им для жизни. Поглотив кислород, они опускаются ко дну, выбрасывают окисленные продукты и вновь устремляются вверх за кислородом. Их кооперативное движение образует удивительный хоровод из тысяч тетрахимен. Если взглянуть на них сверху, то можно увидеть образование структур, удивительно похожих на ячейки бинара. Но точно известно, что все 700 тысяч елок, которые приготовлены для москвичей, будут нарядными. В отделе карнавальных костюмов и масок самые юные покупатели охотно делились с нами своими планами. Я покупаю клоуна или петрушку. Маску? Да. А для чего? Утренник в детском саду у нас. Понятно. Как тебя зовут? Наташа. А сколько тебе лет? 4 года. Наташенька, можно посмотреть, что ты купила, да? Снегурка. Снегурка. И елка, и гирлянды. Наташин папа, шофер Анатолий Арсеньевич Пушкин, сказал нам, что они получили новую большую